Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ой, идем кушать. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Вообще у меня появилось много новинок касательно какой-то канцелярии. Давайте вам покажу. Здесь у меня хранится, в принципе, вся новая канцелярия. И еще папочка. Итак. Вот, в Ашане я взяла вот такие вот тетрадки. Не знаю, мне показались они прям очень классными такими. На следующий уже год, на третий курс, получается, моей учебы в универе. Также из этой же серии вот такая вот тетрадка. На спиральке очень люблю. И взяла себе еще такой блокнотик-ежедневник. Не знаю пока, что я туда буду записывать, но... Вот такой вот тут. Можно дела всякие планировать, расписывать с ласточками. Взяла также от AirCrouser вот такие вот папки. Они прозрачные. Я в них уже сложила документы. Вот у меня здесь лежат необходимые мне документы на производственную практику. Вот смотрите, как выглядит эта папочка. Тут цветочки нарисованы. Они разные здесь. Очень удобно. Тут в комплекте было всего 4 папочки, одну я использую, осталось 3, и получается здесь 2 разные расцветки есть. То есть вот такая, и которую я вам показала. И также еще из новиночек, не совсем канцелярская, это книжка. У меня моя прошлая закончилась, которая «Маленькая хозяйка большого дома», я ее полностью дочитала, отзыв вы можете увидеть в телеграме моем. И взяла вот такую большую от Бронте «Грозовой перевал». В общем-то, будем читать, потому что меня очень заинтересовало краткое описание этой книги. Сейчас мы собираемся с вами и поедем на маникюрчик. Оцениваем состояние ногтей. У меня обычно ногти не ломаются, но в этот раз, уже во второй раз, у меня отломался ноготь. Там ползет паук. Что мне делать? Он, конечно, маленький, но мне страшно. Ой-ой-ой. Я дома уже. Сделала маникюрчик. Сейчас поближе вам покажу на заднюю камеру. Вот, у нас с утра весь день светило солнце. Я вышла с маникюра, начался дождь. Точнее, он еще раньше начался, но сейчас прям вообще темнота. И, в общем-то, гулять никуда не сходишь, ничего не сделаешь. Класс. Вот мои новые ноготочки по традиции. Мне очень понравился дизайн. По-моему, супер. Ребята, мне пришли замечательные покупки с Wildberries. Посмотрите только, как они упакованы. Во-первых, какой у них хороший пакет. Здесь вот на такой вот застежечке. Эти покупки от бренда Шектон. Сейчас я вам все покажу. Сначала вот так вот, а потом уже на себе. Первая вещь — это вот такой вот замечательный спортивный топик. Его можно носить, в принципе, там с пиджаками и сверху с рубашкой какой-нибудь. Вот. И также, естественно, спортом заниматься, просто для дома хороший вариант. Также с каждой вещью в подарок идут 2 резиночки для волос. Вот, посмотрите на швы, какие они везде идеальные. Нигде не торчат нитки, все очень добротно сделано, сшито. Очень качественно. Таким вот образом выглядит первый топ. Посмотрите, как он смотрится. Вот, и, как я уже сказала, сверху можно будет накинуть какую-нибудь рубашечку, пиджачок, вообще идеальный вариант, джинсовую курточку, косуху. Ну и следующая вещь — это тоже вот такой вот прекрасный черный топ. Он уже отличается, потому что у него есть такие сформированные чашечки, эффект пушапа также есть, соответственно, 2 резиночки в подарок. Вот, опять же, показываю вам все швы, что все здесь ровненько. Смотрите, с другой стороны.
Так вот, этот уже более такой официальный, не спортивный, то есть куда-нибудь, не знаю, на какое-нибудь мероприятие, на вечеринку, просто на вечер в ресторан надеть, или же просто днем погулять в нем, будет просто шикарно. Ну и вот показываю вам, как смотрится следующий топ. Согласитесь, он просто шикарный. Да, мне прям очень нравится. Сюда не хватает какого-нибудь пиджака, но у меня, к сожалению, пиджаков нет, поэтому не смогу вам показать, как это все смотрится. Ну а так... Вот, в принципе, можете оценить. Так что вот, ребят, ссылочки на все эти вещи вы найдете в описании к этому видео. Все продается на Wildberries, достаточно доступные цены. Как вы видели, уже хорошее качество, поэтому заглядывайте и выбирайте. Всем привет! Это новый день, новое утро. Я только проснулась. Вот, у нас вчера целый день, как я уже говорила, лил дождь, и, соответственно, никуда не сходишь, то есть только сидеть дома оставалось. Сегодня вроде как тоже, но я еще не выглядывала за пределы окна, поэтому мне особо не видно, что там творится, но, судя по звукам, там идет дождь. Но выглянуло солнце, это уже хорошо. Так что пора вставать и начинать новый день. Вот, еще хотела сказать, да, я опять легла, потому что хочется немножко поваляться. В общем, мне каждую ночь снятся сны. Даже не то, что ночь, даже если я днем лягу на 2 часика, мне все равно приснится сон. Причем такой сюжетный сон, где все четко, понятно. И зачастую эти сны, особенно когда я переживаю что-то, например, период сессии, мне снятся очень фиговые сны, где на меня психологически давят, где я нахожусь в каких-то заброшенных домах, где я убегаю от чего-либо. Вот мне прям очень часто, 2 недели подряд, буквально каждый день снилось, что я убегаю от чего-либо. То есть либо это был какой-то преступник, ну, человек с ружьем, вообще любой, рандомный, либо это был огонь. Чаще всего были вот такие вот концепции моего сна. И во сне убегать от кого-то, это, ну, ощущается очень странно и неприятно. Вот, так что можете писать в комментариях вообще, снятся ли вам сны, потому что это очень интересная тема, так как это еще до конца учеными не изучено, откуда вообще они берутся, как это все появляется и реализуется в нашем мозгу во время сна, почему одни люди видят сны, другие нет, почему одни люди видят цветные яркие сны, другие черно-белые. Вот, поэтому напишите обязательно в комментариях, снятся ли вам сны каждую ночь, каждый день. Или же вообще не снятся. А может быть, снятся, а вы их просто не помните. Так что, да. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Смотрите, после шопинга мы кушаем с этим прекрасным видом на город, на горы, на закат. Приятного нам аппетита. И вам тоже. Я уже давно вернулась с магазинов, и вот такой вот пакетик с покупками у нас с вами получился большой. Давайте сейчас вам все-все покажу, все, что здесь есть. Первое, это, конечно же, шлепанцы, ради которых я и ехала в магазин. Вот такие вот они. Сейчас достану вторую. Вот они на закатном солнышке, такие вот зелененькие. И особенность этих шлепок в том, то, что у них производители делают так, что резина пахнет жвачкой. То есть специально туда вмешивают ароматизатор, как нам объяснила девушка-консультант. Я еще подхожу к стенду и думаю, блин, а от чего так вкусно пахнет? Неужели это так резина пахнет? И вообще, что это такое? Вот потом консультант нам все рассказал. Так, следующая вещь. У нас с вами идет сумочка. Нам сказали то, что вы можете выбрать любую вещь, ну, там, аксессуары какие-нибудь, сумки, ремешки, еще что-нибудь, и она будет 60% скидкой.
Я как бы, блин, думаю, ну, а чё бы нет? Я не буду отказываться от такого сладкого предложения. И вот взяла сумочку такую. Уже было много времени, правда, выбирать особо было не из чего. Поэтому взяла вот такую вот от Tendance. И тут вот такой ремешок. Планирую на Валберсе заказать другой ремешок и прилепить сюда, потому что этот мне не особо нравится. И ее можно носить как кроссбоди, ну, обычную вот на плечо, и также на поясе. Потому что, смотрите, какой у нее ремешок. Вот с такой вот защелкой. Ну, в целом, сумочка неплохая, но, наверное, если бы мне было побольше времени выбрать что-то, я бы, возможно, выбрала что-то другое. Но так, в принципе, она хороша тем, что не будет промокать особо в дождь. И здесь у нее нет металлических фурнитур, то есть только такой вот пластик. Что-то я совсем захотела сумку. В общем, вы не подумайте, она мне правда нравится. То есть я взяла ее не из-за того, что там были какие-то бешеные скидки, лишь бы что взять, нет. Я правда хотела сумку еще одну, потому что у меня какой-то фетиш по сумкам. То есть если бы у меня была возможность, я бы просто всю комнату, всю свою там гардеробную в квартире уставила какими-нибудь сумками. Неважно, они брендовые или нет, просто обожаю любые сумки. И эту я определенно малышку буду носить. Поэтому да. Ну, в пакете у нас осталось буквально пару вещичек. Первое, то, что я достану, это у нас будет гель для душа. Зашла в Летуаль и взяла вот такой вот. Всего лишь 180 рублей стоил. С шиммером. Смотрите, какой он красивый. С кокосиком. Еще одна вещь из уходовой косметики. Это вот такой вот шиммерный крем. Давайте даже прочитаю, что это. Это парфюмированный спрей для тела. Вот, «Догорающее солнце» называется, выбрала. Ну, такой там очень много от этого бренда всяких шиммеров, спреев, я не знаю, тоже гели для душа. И вот такой вот мне понравился. Буду носить на свою кожу и сиять. Я вам, кстати, не рассказала и не показала свои итоги сессии. Поэтому сейчас я это сделаю, потому что в прошлом видео мы с вами непосредственно к ней готовились. А сейчас я готова вам показать результаты. Те, кто подписан на телеграм-канал, они уже все давно знают. И вот сейчас видео вам показываю. То, что вот на такие вот оценочки я закрыла экзамены и закрыла также все зачеты, даже строительные материалы, которые оказались для меня очень сложными. Поэтому да, теперь у меня осталось только две практики. Это производственная, и до нее у нас будет ознакомительная практика. Там нужно сделать кучу всего, напечатать 10 страниц этого, 15 этого, 20 другого, и, в общем, да. Ну, а сейчас я, собственно, приступаю к дневнику и отчету по ознакомительной практике. Нам нужно будет уже 5 числа их сдать, учитывая то, что сегодня 3. Вот, нужно их заполнить и также написать задание, которое у нас там в личном кабинете есть. В общем, работа такая объемная, потому что листов 10 точно нужно будет напечатать, и даже больше. Показываю вам это все на кухне, просто потому что у меня телефон пока на зарядке стоит. Вот, но потом начну монтировать этот чудесный влог сразу же, когда закончу свою практику. Поэтому спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!